над Колей, над блондином они сейчас. Одну низом лезет. Падла. Угу. Что-то он перестал летать, зараза. Да. А, это он, ага. Может, что жарко. Он же, помнишь, как нормально летал? У него голубята, должен летать класс. Так, штук 20 мы кинули, жарко. Сейчас где-то под 30, да, Андрюха? Время, посмотри. Угу, потихоньку. Понятно. Мы кинули штук 20. Во сколько время мы их увидели? Половина? Угу, ну, половина, грубо говоря. Хорошо, кое-кто берет высоту, кое-кто низом лезет. По желанию все так растянулись, так спокойно, спокойно, жарко, за 30. Температура, я весь мокрый. Но мокрый и от жары, и то, что пиляли вон, чистили. С похмелья. Вчера же еще к блондину пошел жрать, дожрать. И с этой там, и Женя был. Так нажрался, что не помню, как домой пришел. Женя Гапак, с Гапаком. Четверочка, вот это неплохо, да, я взял? Шестерочка. Ага, да. Пятерочку вижу, я их взял. Ага. Сегодня целый день летали у нас. С утра хорошо полетали, с 10 там до 11. И сейчас вот на вечер кинули. Значит, ветер восточный, где-то метра 3. Да, метра 3. Поднимаем птицу. Время засекли. 17:30. Подъем голубей. Пятерка падает, шестерка повыше. Вот эти падают, а вон те подальше повыше. Ну, видите? Ну давайте вы хоть полетаете, хоть немножко. Я кидал и старую даже, сяточкой кинул. Он выше голуби. 4 на 3, тут. Значит, они еще не готовы. 4 на 3 еще. Угу. Да. Ага, ну ничего. Мне он нравится. Мне он очень нравится, вот этот 4 на 3. Интересный голубок. Очень интересный голубок. 2 на 2 старый. Красавец. Да. Угу. Понял. Ага, и эта курва тут, как ее зовут? Мелитополь одна сбоку, видишь? А что она тут, сука, с такими крыльями, и бы летать, и летать. Да, она уже должна быть в верхней. А это кто так закрутился, белохвостый? Опа, поймал, вверху. Видели, как вывел? Оп, вверху поймал. Над блондином стоят они, над Саташем Николаем. Видишь, разделение, слава богу, разделение пошло. Че не пойму, 2 на 2 не стал лететь. Ты что, говорит, гоняешь? А та гоняй, то там же шит, а что они не пугаются? А та, говорю, в первый день сразу начал. Были б голуби такие, днями летали, а для этих. Что это было? Вот на сердце на тот был, на 30-е прошли. Тяжело, тяжело. Ума нема. Ума нема, да. Вот осталось, ну, осталось. Как это из похмелья уяснило. Не говорю, шестерка осталась. Да? Это он понял, смотри, сколько. А, это он так кидает, понял? Я же ему сказал, не спеши. Он еще партия идет. Еще партиечка. Он, а, может, он ждал вот это, когда пятерка это сядет, понял? Это может старая быть. Кременской говорит. Кременской пишет. И ласточки летают, понял? Лень какой красивый. Типа подъебывают, что хуйню вы там гоните, бля.
чемпион мира Кременского. Так. А его глупо мне раз-два и залетел. Вот тебе и Кременской. А это красиво летает, два хвоста это еврей. Еврей? А хвост вырванный? У него хвост вырванный. Так, вот еще тут, ну, в общем, тут целая когорта, вот видите, когорта голубей, на вечер кинули. Вон еще, Коля видит, Коля хорошо видит, все сейчас, слаживается вверх, не видишь? Не хотят особо ехать летать. Ну ничего, тренировочки нужны каждый день. По погоде будем два раза в день кидать, пока у них не будет результата. Бурорябой дал отдыхать. Ну уже брат 2 на 2, только другой ход. Так, хорошо стоят, красиво. Они и были повыше, а чуть-чуть, мне кажется. Да, Андрюха, что, нет, что такое было высота? Да, там силы уже. Ох-ох-ох. Вон они что-то сдают за деревом. Вон они в оттяжке. А одна сбоку лысая, ты видел? Да, один лентяй там и двое белых молодых. Красиво, красиво стоят. Где это дерево? Вот тут на дерево. Вот они, вот они. Шесть штук. Слышишь, конопатая там! Конопатая там! По лентяю! Понял? Конопатая там, по лентяю! Я, сука, его хотел уже... Ну, Витя Кременской только выпал. С кем он выпал, не понял. Ну. Но мне кажется, я еще что-то третье. Молодец, красавица! Красавица! А я же тебя уже хотел, сука, убирать. Гадость. Да. Как красиво они раскрываются. Ох, молодцы! Вроде не высоко, а небо голубое. Вот поймаю. Смотрите, как раскрывается красиво. Два сплошных молодых. Я не знаю. Две на одну, это летчик у меня. Сплошной молодой. Белое молодое. Костя, я даже не скажу, я сейчас не заведую. Да он, Дробинин может узнать. Красиво, красиво. Ах, кто-то там брошки делает. А в чеплотил точнее, я не знаю. Ну, мне кажется, тоже что-нибудь. Налоги оплатил, нельзя. Не, не платил, привет. Не платил. Собрание было, вот, надо было сдать. Понял? По тридцатке, 30 гривен. Ну я могу 50 заплатить. Давай. Красиво, но недолго. И ветер стих, да? Не стих, просто они такие же. Да. И я не вижу конопатого старого. Странно. Где старик делся? Он должен летать был. Неужели он сел? Или я его не давал? Да вроде давал. Ты кидал этого ангела? Черта конопата? Да. Конечно, кидал. А его нету. А вот смотрите этот. Приволье, приволье здесь. Вот он. Андрюха, видишь приволье? Как он тебе?
Ага. Приводишь, да, на голубенок, на голубе два. Да? Ну. По одной, да, 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 по лентяю. Ну, а так я на него, знаешь, так я на него. Да, 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 да. Лентяй, помнишь, мы тоже сколько, вот с под лентяя вышло, сколько мы с ним, я с ним ковырялся, и это начинает. Интересненький, да? Он красивее лентяя, голубенок. Потупокрылье, хвост по раскрытию. У лентяя хвост не раскрывается. Я хотел сказать, по хвосту он получше. Да, 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 да. Да, голубка, вот это по-еврею белой голубки. Да, он будет очень красивый. Голубь будет богатый. Хвост, крыло будет. Мы его оставим на плоды. Да, а можно сказать 4 на 3, да? Да, и не закрытая у него тут этот пах сам чуть-чуть как бы. Ну, да, а мне тут, я не знаю, мне нравится. Да, как, мне нравится, когда не закрыто. Знаешь, подают. Ну, больше спортсмене, да. Да, 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 конечно. Мне такие больше нравятся. Молодые, красивые, сплошные. Рядненькая моя такая. Он сплошной, ты видишь, какой красивый, широкое крыло стоит. Вот он, немножко это. Видишь? Сплошнячок, красавец. Какое крыло у него, да? Видите сплошного вот? Паяц. Да, 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 паяц. Вот он, сейчас, вот он застрелял. А сейчас раскрылся. Да. Крыло какое широкое. А вот было хорошо. А этот, видишь, приволье остается в горе, да? Да. Боевой приволье. Молодое белое, острокрыленькое. Ну, у белых как-то не видно остроты, да, крылья? Понимает, начинают голуби понимать, для чего рождены. Сорося. Каждый сам себе стоит, да? Как сорока на гибридном языке. Не могу сказать. Величко знает. Он украинский язык всех лучше, наверное, знает. Не, Виха? Нет. Откуда Величко может знать гибридный язык? Гибридный язык знает только гибриды. У Величко была физкультура 5. Трех 5. И рисование? Нет, нет. У меня по рисованию было 5. Нет. И пение 5. Пел ты, да? Да. Так ты когда... А что-нибудь спел сейчас? Ты когда трудился, я, наверное, песни пел. Я когда пьяный, батину песню пою. Батину песню пою. Черемшина. Черемшина. Помнишь, как он пел? Помню. Как он шел с этой песней, ты ховался под кровать. Да. Какая песня? А он от этого. Вот там вот было слышно, когда он еще возле гостиницы Советской. Сюда буйно квитна Черемшина. Сюда буйно квитна Черемшина. Где что был? Хохол или что? Да не, русский был. А песню эту пел. А у него кликуха. И кликуху ему дали. Черемшина. Здесь он, его звали Черемшина. Да. Там я не знаю, как его звали, а тут Черемшина. Кликуха была. Да не, он никогда так не это. Он по-блатному никогда не говорил. Только с мамкой. А? Он только с мамкой мог. С мамкой мурчал, да? Да. Под рюмочку муркомитет организовал. Да, да, да. А так он никогда по фене не разговаривал. Парли, молодцы. Повыше пошли. Красиво, раскрытые. И бугор там, да? И бугор там. Бугрица. Бугор это мы, да. Бугрица. Приволье называем. Бугор. В нашем лагере приволье для вожатых литров. Да. Вверх поддали хорошо. Очень красиво стоят. Очень красиво. Вот парочка. Это пониже. И приволье там.
возможно, вот это вон. Красиво, очень красиво стоят. Смотрите, что это они там, гля как играют, гля как сбивают высоту, ты видишь? Они уже готовые завал. А, смотри, как сбивают высоту. Бля, я такого не видел. Ты представляешь, что это такое с ним? А, ты видел, твой гараж показывает по новостям? Не, да? 112 канал новый. Понял. Мое видео или именно нет? Именно твой гараж показывает. Да, понял. А голубятня не видно? Показывает эту клумбу. Ну, угу. На перекрестке, ты знаешь, квадратная вода, вот это пока раз гора. Чуть сдали. Ты видишь, голуби профессионально летают. То гору берут, то складывается, ты видишь? Уже профессионально летают голуби, молодые. Ты видишь, профессионально уже, видишь? Их уже не задует, как тех задуло. Уже кля. Только гора была, уже здесь. Ну, как-то всю жизнь у тебя была, что первый плод. Да, терялся. Расспрашивались все время с первым плодом. Да. Что оставалось там буквально, или которому на крыло наступил, или... Да. Ну, сейчас у нас один еврей остался с первого плода. И бурорябая. Потому что приболела. Она была слабенькая, помнишь? А если бы она была не слабенькая, ее бы не было. Еврей остался, потому что он еврей, а бурорябая, потому что она... Да, она была слабая. А ты того открыл, нет? 3 на 2. Нет, сейчас открою. Пятерки не пришли. Да, ты знаешь, вот это возможно. Вот. Мне нравится, опять сплошной. Опять сплошной здесь. Нет. При такой погоде... С этого коллектива опять мне сплошной нравится вот здесь. Воля, как уехала. Надо глянуть, Кацмата или не Кацмата, понял? Витя? А кидал их прям парой. Да. И Кацматова, и того. Двоих только кидал. Сегодня я посмотрю. У меня две рубашки. Очень мне нравится сплошной голубок. И там, наверное, коцматенькая голубка, понял? А бескоц, наверное, голубок будет. Вот приволье появился. Видите, приволье остается верхний голубя. Хоть глаженный, хоть не глаженный, все время такой. Володя, приволье. Как там стрелочками? Переливчик. Это две на одну моя голубочка такая. Коротенькая, знаешь, гореленькая, тоже неплохая голубочка. Переливчик есть, раскрывается. Сейчас хочу узнать, какой это сплошной. Андрюха, давай посмотрим, какой сплошной сейчас. Когда будет слетать, я хочу засечь этого сплошного. Нравится мне. Оказывается, знаешь, где он живет? Кто он? Да ну, Финштейн. Да. Да, Инночка. У Ольги Косой в квартире. Да. Кто? Ну, вот он. Хорошо. Где Ольга Косая жила? Ага. Это у меня, вот, я думал, оказывается, он в этом. А он живет в Ольге квартире. Да? Ну, Ольги Косой. А Косая такая. Владик. Да. Владик, помнишь? И Косая Вася. Самая старшая. Да не помню. Да ты что не помнишь, она с четвертого этажа оттуда летела на яблоню. Встала, актерла. На пятом. А он в Надькиной квартире, забыл фамилию, все. А под тобой жила. Надька самогонщица? Она летела с четвертого этажа. Надька какая, не самогонщица? Не. Надька, она старше от меня. Ну на год точно, а может быть на два. Что мы еще подглядывали, вот там на балконе загорала, короче. Сиськи смотрели. Все, все сели? Не, кто-то да, остался. Не Косой, а в Надькиной квартире. А кто-то остался. Под ним Ольга. А? Ольга Косая летела с падала на яблоню. Это этот. Не стоял с ними. Это старый. Брежнев. Да, то Конопатый. Да, Конопатый остался один. Опять мы не увидели, какая сплошная, да, Андрюха? Не увидели? Сплошные мне нравятся оба хорошие. Один садился, и второй. Этот еще краше. Это с-под красивого. Все, я помню. Крыло длинное, широкое. Это с-под красивого. Понял? Помнишь красивый у нас в том году, как летал, Андрюха? Сплошной. Не, сплошной он. Ты его не знаешь. А, такой мышастый? Да, мышастый. А, вот это с-под него. Знает. Вот это его. Все. И голубенка дал такого же красивого. Да, один. Ну, почему их красивым мы назвали? Он был самый красивый голубенок. И его сын, видишь, такой же.
Приехал я, тройка стоит. Я тут отъезжал, отлучался. Старый конопатый. Испугался, видел он? Боятся они, гля. Боятся голуби этого. Машины. Так что тогда, да, тогда вот могли они. Витя Кременской. Кто мне сейчас отстрижат уже? Не-не-не-не, видишь, они машины боятся, вот это. Звука машины. И Кременской потихоньку начинает, да? У него голубка летная была. Боятся машины. Вот первые подвиги. Крыши-то не улетают, если бы боялись, крыши полетели. Не-не-не-не-не. Мне кажется, что боятся. Машины. А может стрижей, да, ты говоришь, боятся? Да. Все, Олег, слухай сюда. Слухай меня. Видишь, он уже начал лаять. Слухай меня. Режь косынку. А, косыночку. Да, обязательно. Сверху. Да. Сейчас оно... Одно какое-то отходит, ты видел? Одно их тянет куда-то. Вот эту можно сейчас вытащить сюда. Какую? А, вот. Тихо! Вот сверху лежит. Вот. Одно какое-то их ведет. Видел, одно ведет? Сейчас, Олег, я тебе помогу. Пара стоит, видишь, а одно какое-то ведет. Пара стоит, сейчас гляну, Кременской тут или нет. Да, Кременской тут, вот он. Тоже хотел уже убирать его. Так трудно его это самое было гонять. Начинает он немножко. Это у меня был его гон с такой конопатой. Сейчас он на даче. И это с ним сплошно. Это. Сплошно? Да, сплошно. Сплошной с дырочкой. И сплошные молодцы, хорошо стоят. Виха часовщик сделал мои часы с кукушкой. Это семейная реликвия. Молодец. Спасибо тебе, Виктор, за твою работу. На халяву мне сделал. Но я думаю, что долго не останусь. Спасибо, Виктор.